Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня нам добавили первую половину союзников Рождества. Это 4 союзника, значит, это у нас Эрия, Чиме, или как он правильно сейчас мы скажем, Чимеген, да, Эрия, Чимеген, Май и Сями. Мы сейчас попробуем их выбить, я думаю, где-то около 10 тысяч потратим, сейчас попробуем бесплатный, халявный, естественно, нам ничего не даст. 10 тысяч, я думаю, примерно, ну, плюс-минус, там у меня 36, может быть больше, посмотрим, сколько выбьем. Желательно, конечно, всех выбить четверых, ну, если с первого раза нам падает Эрия, в принципе, неплохо. Говорят, что вот эти вот новые, они очень крутые. Слушайте, ну, я чувствую, что тут нормально, сразу минус 2, Сями и Эрия сразу же выпали с первой же крутки. Ничего так, осталось 2. Мы сейчас еще покрутим. Так, давайте, конечно, докупить. Мы не жадные. Так, нам осталось Май и Чимеген. Так. Давайте попрокручиваем, может. Опа, Май есть, то есть остался только Чимеген. Так. И посмотрим тогда потом статы у них. Так, что у нас там? Давайте Джимми. Это будет сколько? За 40 круток? Нет, не угадал. Было бы прикольно. Еще одна Эрия. Ничего, разбор пойдет. Ну, в принципе, дропает вообще сейчас хорошо. Там, по-моему, даже шанс повышенный где-то писали. Ну, или может мне просто так везет. Остался. Так, сколько мы? 20, 40, 40 раз. Это 50 сейчас. Так, опять Май. Май прям бросает нормально. Угу, еще Сями. Давайте. Так, это было 50. Это 60. Угу. Давайте дальше. Это у нас 70. Да ну, ребятульки. Давайте Чимегена нам. 70, это будет 80. Давай, давай. Нет. 5 Май. Давайте еще. Мимо. Было пару пустых роллов, да? Это уже было 90, а это вот 100 сейчас. Ну давайте еще чуток. Сколько? 4 раза можем еще крутануть, я думаю. Да, еще 3. Это будет 140 суммарно. А, не тот парнишка. Ой, не тот парнишка. В принципе, неплохо, но не тот. Так, это тоже не тот. Так, что у нас еще? Еще 2 раза. Давайте. Так, это 130. Ну, сыпет, в принципе, хорошо. А, вот и он. Все, вот за 130 мы выбили 4 новых и попутно еще добили одного старого, нового, скажем так. Серьезно? Ну вот серьезно? То есть раньше нельзя было дать, чтобы сейчас именно двоих насыпать? Приколисты на самом-то деле. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. То есть мы 130, да, по-моему? Посмотрим, сколько у нас повторов получилось. Это все у нас повторы. В принципе, ничего так. По камням. О, а Рождества нужно будет за свои отдельные камни повышать. Вот это вот проблемка. Вот этих вот, которые Рождества, нужно будет повышать за отдельные камни. И с камнями будет проблема, их нужно будет набивать отдельно. Это, кстати, фигово. Ну да ладно. Так, что мы получили, что мы получили? Christmas Chibi. Можем одеть что-то, давайте посмотрим. Так, где наше Рождество? Эричка, Рождество. Выглядит ничего так. Но особо такого Рождества не вижу. Фотака это такая рождественская. Не, ну такой подарочная упаковочка. Так, значит, что у нас здесь? Создает поле, наносит урон это поле дальше. Угу, 5.
Ага, оно создает поле. Это поле наносит сразу же урон 14 тысяч, но в принципе при прокачке оно будет повышаться 5 врагам. А также в этом поле урон союзников увеличивается на 10% и длится это поле 10 секунд. В принципе, это нормальный буст, очень даже хороший, я бы сказал. Ну, здесь стандарт. Урон по зависимости от ХП, мощная плюшка, это обычная. Ага, а здесь увеличивает крит дэмэдж. В принципе, очень даже хорошая, возможно, даже это замена в мид. Если взять нашу обычную эричку, а обычной эрички у меня здесь нет, да. Обычная эричка у нас что дает? Крит дэмэдж также, да. И здесь дэмэдж, ну, вблизи, это увеличивается четвертым скиллом за счет. То есть, в принципе, я бы, наверное, даже поставил бы ее в мид на основу. Дальше посмотрим, что у нас еще. Крисмас. Боже, что это такое? Что это за елка-колокольчик такой, костюм? Блин, ребят, серьезно? Вот шузы прикольные, я согласен. Но вот этот вот костюм просто, блин, ну, жесть. Ладно, так... 20 тысяч магического урона. Ага, не, создает пургу, которая в сумме наносит 20 тысяч урона за 6 секунд. Ага, и кто получит урон 4-жды, тот будет заморожен. То есть создает пургу, которая наносит урон в течение 6 секунд волнами. И если 4 волны поймать таких, то человек будет заморожен. Ну, в принципе, неплохо, но не так хорошо, как у обычного, у которого минус 20% входящего. Ага, увеличивает урон на 5% от первого скилла и замедляет врагов. Ну, есть в этом что-то, в принципе, замедляет врагов во время пурги, при этом они получают урон, при этом их можно заморозить. Ну, не забываем про супер армор, соответственно, никто не заморозится в большинстве случаев, и поэтому мне кажется, что он будет, ну, более-менее бесполезный, разве что для статов прокачать его. Так, дальше что у нас? Сями где-то было. Вот. Крисмас. Слушай, ну прям вот на Эрию похоже. Вот реально похоже на Эрию. Такая же фата, такой же типа подарочная, это на груди подарочный бант. Значит, что у нас здесь? Чего? Скилл крит. А, это походу, если этот скилл кританет, то он увеличивается на 25% больше, чем обычный крит. Или это дает баф. По-моему, что это не баф. Increase. Даже это сильно жирно будет. Надо без прокачки 25% крит пауэра. Типа, ну это. Нет. Мне кажется, что просто наносит дамаг при выходе. И также, если критует, то крит идет повышенный на 25%. Ну и здесь же увеличивается шанс крита и крит пауэр. Я так понимаю. Крит level, крит increase. Ну, оно обычно так пишет, типа шансы и крит пауэр. Дальше что у нас? Май была еще новогодняя. Так, у нее здесь. Ага, создает щит, который впитывает урон в течение 10 секунд. А, и понижение урона на 10%. Угу. Кстати, что по костюму? Ну, у всех они вот эти банты на груди, подарочные, чулки только разные. Ну, такое типа. Могли бы на голове вместо вот этих черных звездочек уже какие-то другие сделать, было бы поприятнее. То она какая-то, ну, верхушка осталась та же, а низ какой-то рождественский. Так, значит, создает щит, который впитывает урон и уменьшает входящий. Ну, в принципе, неплохо, но опять-таки тир 6 у нас всегда лучше, поэтому увеличивает ПДФ. Ну, тоже не такое себе. Так, что у нас получается? Получается, что нужно для прокачки... Да, здесь у нас для перекачки 271. Угу. В обычной. Для прокачки нам нужны камни. Вот так вот. А камней таких там у нас мало, 130. Угу. В принципе, мы можем вот эту эричку прокачивать. Потому что больше нам нечего прокачивать. На 180 у нас здесь уже будет...
А, видите, вот при даже прокачке я думал, что будет увеличиться, вот, входя, ну, типа наносимый урон в поле, но он не увеличивается. То есть наносимый урон бонус 10% для союзников. Но это, в принципе, все равно хорошо. Крит дэмэдж 15% всего. Ну, в целом неплохо. Можно еще подкачать ее будет. В целом, все равно я считаю, что вот эта вот рождественская эличка, она типа очень-очень даже в прокачанном виде зайдет в центр, а если даже потом в дальнейшем ей дадут четвертый навык, то я думаю, что там будет ничего так, будет нормально. Единственная проблема, что для ее прокачки нужны зеленые камни, которые достаются только при разборе рождественских вот таких вот союзников. Ну, мы посмотрим еще вторая половина, что будет. Может, на второй половине нам больше повезет, и мы набьем повторок и еще прокачаем Эричку все-таки эту до четвертого тира. Вот, в принципе, вот краткий обзор был. Выбили все 4 за 130 круток, при том, что первая крутка была вообще там крутая, сразу 6,5 упала новая, а и последняя 2 шестерочки. Попутно добили еще парочку просто шестых для разбора. Ну, в принципе, я думаю, что неплохо за 130 круток, в принципе, нормально покрутили. Пишите, как вам повезло, насколько вам хорошо упали эти богиньки, союзники, я уже путаюсь. Как вам хорошо выпали союзники, повезло вам или нет. Вот, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.